Всем привет! Сегодня 11 марта, Московская область, и я начинаю посев высокорослых томатов, которые я буду выращивать в стеклянной теплице. В этом году я буду сеять 23 сорта, из них 2 гибрида и 3 сорта для открытого грунта. Томаты для открытого грунта высевать буду в апреле месяце. Весь список сортов гибридов я оставлю в инфобоксе под видео, если кому-то интересно, заходите, посмотрите. И так как у меня сортов в этом году много, и чтобы себя не утруждать, я условно разделила сорта пополам. Одну часть замочила 10 марта, и сегодня 11 буду высевать, а вторую часть я замочу сегодня, а высевать буду завтра. Для посева буду использовать ящик. Земля своя, приготовленная с осени. Накануне я пролила ее фитоспорином, сделала бороздочки в количестве 11 штук, то есть будет у меня в этом ящике выращиваться 11 сортов. И все, и таким же методом, как и перцы, я буду раскладывать семена. Конечно же, я пронумеровала, каждый сорт соответствует цифре. Высевать буду в теплицу, высаживать уже в теплицу я буду не менее 4 кустов. Под номером 1 у меня записан это южный загар. Я этот сорт очень люблю, но не только я, вообще вся моя семья. Поэтому высаживать в теплицу я буду не менее 7-8 кустов южного загара. Очень вкусный томат. Из желтоплодных я считаю, что это пока для меня самый лучший, самый вкусный, самый красивый сорт. Семена высеваю я уже свои. Сейчас как раз я вам покажу, у меня в заморозке остался южный загар, чтобы вы посмотрели. А вот и южный загар. Смотрите, какой красавчик. Весит он 345 грамм. Это в заморозке. Очень вкусный, сладкий, красивый, мясистый, сахаристый, изумительный сорт. Я его уже выращиваю 3 года, и наша семья его просто обожает. Еще есть из крупноплодных у меня остался, это мазарини, вот такой. Но я его не высаживаю больше из-за вот этого желтого пятна. А так тоже томат, в принципе, вкусный. Итак, продолжим. В этом году у меня очень много сортов новых для меня. Есть и из частных коллекций, коллекционеров приобретались. Есть томаты, которые, семена я имею в виду, которые мы обменивались с огородниками. Я их в этом году высеваю. Этот год у меня очень интересные сорта. Я прям сама жду не дождусь посмотреть, какие же вырастут у меня томаты. Сею я, как и перцы, с запасом. То есть, если мне нужно 4 куста, значит, я высеваю 5-6 семян. Чтобы у меня происходило, если что, отбраковка. Потому что не всегда всходит, во-первых, а во-вторых, иногда бывает какой-нибудь хиленький, слабенький, корявенький. Поэтому из своих семян здесь у меня и загадка природы, уже мною собранные семена, тоже томат восхитительный, мне он очень понравился. Из этого общего ящика, конечно, растения пикирую. Томаты, как и, собственно говоря, перцы, при наличии 1-2 настоящих листьев, не раньше. Они прекрасно здесь растут. Ну, пикирую, как всегда, я уже много раз показывала, это в рассадные пакеты. Я уже говорила, что в этом году я подбираю сорта и томатов, и перцев, и баклажан с определенной целью. То есть
Вот томаты, у меня здесь есть определенные сорта, это для вяления, для сушки. Есть сорта для соков. Есть сорта для свежего потребления, для консервации. То есть, в общем, все не просто так в этом году. Посмотрим, что из этого получится. Просто хочется уже, знаете, сажать сорта определенные, для чего они предназначены. Не просто так вот посадил и думай, а куда, чего, как девать, на что использовать, подходит, не подходит. Поэтому осмысленно. В этом году у меня все осмысленно. Мне как-то зрители под видео, где я представляла сорта томатов, которые буду высевать в этом году, написал, что у меня есть такой сорт поцелуй герани. И вот он мне написал, что не сейте много, там 1-2 куста и достаточно. То есть сорт такой, посредственный. Вот я прислушаюсь к его мнению и, допустим, вот сорт поцелуй герани высажу только в теплицу, только 2, может быть, 3 куста. Ну, скорее всего, 2. Внешне он мне очень понравился, но посмотрим. Прислушаюсь к мнению. Под номером 7 у меня сорт Сан-Марцано от 2 производителей. Поэтому я хочу посеять по 3 штуки, чтобы посмотреть, что вырастет. Потому что изначально по картинке, если смотреть, они как-то по-разному выглядят. Я присмотрелась, поэтому решила по 3 высеять и уже там определиться, с какого сорта я буду брать семена. Итак, семена я разложила. Беру тарфалин. Я уже рассказывала, что пользуюсь тарфалином, так как земля все-таки моя тяжеловата для всходов семян, чтобы их присыпать. И небольшим слоем, примерно в 1 сантиметр, этого будет достаточно. Тарфалин у меня влажный, но, знаете, недостаточно, поэтому я сверху, потому что я его замачивала дня 4 назад, и он уже влажный, но недостаточно. Поэтому сверху я пролью гуматом калия, я его развела. Обязательно сверху уплотняю. Так, и проливаю гуматом. Как всегда, накрываю пленкой пищевой. И этот ящик уберу на лоджию, на подогреваемые полы. Как только появятся петельки, я, конечно же, выставлю на свет под лампы. Я уже замочила вторую партию семян, томатов. Их буду высевать я завтра. Также замочу 2 куста. Это низкорослых, очень ранних томатов. Это июньский и утенок. И буду высаживать в теплицу их многие к высокорослым. Они самые первые дадут мне урожай, а уже будут потом на подходе высокорослые с урожаем. В этом году хочу так сделать, хотя так никогда не делала. Буду пробовать. А у меня на сегодня все. Если вам это видео было интересно, заходите на канал. Подписывайтесь и всем пока!